Парад велосипедов всех видов и цветов. Здесь и приветы из советского прошлого от старой доброй Камы, и современные горные велосипеды и шоссейные. Есть модели для настоящих байкеров и для тех, кто трудностей не боится. Лена Сорокина как раз из таких. Год назад она пересела на фикс – велосипед с одной фиксированной передачей, а не 24-мя, как у современных. Это значит, что крутить педали нужно постоянно. Казалось бы, неудобно, но Лена уверяет, фикс сегодня недооценивают. По городу прям одно удовольствие рассекать. Но с горками небольшие проблемы есть, когда спускаюсь, слишком большая скорость, приходится все-таки подтормаживать. В горку лететь на скорости – это прям восхитительно, горки даже не замечаются. Но если скорость потеряла, то уже немножко пройтись пешком. Своим велопривычкам в этом году изменил и Артем Борисов. У него подрастает сынишка, и поэтому на велосипеде папы появилась коляска. Мы спортивная семья, мы любим кататься на велосипеде. И я приучаю своего ребенка кататься на велосипеде. К сожалению, он пока еще маленький, поэтому мы используем велотележку, чтобы кататься и закрывать этот замечательный велосезон. Самарские велосипедисты вместе закрывают летний сезон уже больше 10 лет. В прошлом году было где-то 400 участников, вот. Но в этом году немного все-таки попрохладнее, поэтому часть народа поедут не с площади Кубиша, а уже будут там в Дубках. Дубки – это конечный пункт велопробега. Там спортсменов ждут отдых и горячий чай. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.